Так шли. Так, ну помогите нам. Можно закрыть рты, пожалуйста, блядь? Дайте человек пообщаться. Лесополкой. Лесополосой сразу с Краснолюбецкой вверх? Да. Полями, блядь. На карте покажешь? Возможно, ну да. Сколько у вас там человек? Давай поможем, поможем, пацаны. Украина силовых güvvələri Николаевск vilayətində işğalçı rus ordusunun snayperini məhv edib. Daha bir əskərini isə əsir götürüb. Əsirin dindirilmə görüntüləri Ukrayna Telegram kanallarında yayılıb. Əsir yaxınlıqdakı meşəlikdə 40 nəfərlik bölüyün tank və bir zirehli döyüş maşını ilə mövqe tutduğunu, eləcə də qarşıdakı iki gündə Ukrayna ordusunun hücumunda müdafiə olunmaq üçün hazırlaşdıqlarını, bunun üçün səncər qazdıqlarını deyib. Əsir rusların mövqeyini xəritədə göstərməyə hazır olduğunu da bildirib. Əsrin dindirilmə görüntülərini sizə təqdim edirik. 36, на той стороне что? На той стороне ополченцы. И все? И танки. Какие танки? Там еще мотолыга была. Т-82 и мотолыга на... Т-72, да, наверное? Ну, я не знаю. Ты сколько служишь? Да, у меня. Откуда родом? Да. Жить хочешь? Да. Какие у вас планы на ближайшие два дня? Там продолжит разговор. Я еще раз спрашиваю, ты жить хочешь? Да. Планы на ближайшие два дня. Увидеть мать. Не у тебя, блядь. А подразделение ваше. Подразделение? У российской армии, блядь, Российской Федерации, блядь. Делать окопы. Какие его задачи? Укрепляться. Оборону, блядь, укреплять. Держать оборону, да, не пропустить противника. А какой нахуй противник? У тебя может быть по уходу ты делаешь на территорию приезда. Слышь, друган, давай, заканчивай, реально. Да, да погнали, нет, это ненормально, погнали. Потому что сейчас будет, блядь, птичек полетать, поиски их, а мы тут демагогию развили. Да не пускай уже пацаны там работают с ними. Все, забирайте его, ёп. Сейчас, белорусы работают. Какой, блядь, кто увидел белорусов, блядь? А увидел Тор, Тор, Тор в Украине, блядь.